Спонсор программы «Что есть» – маслозавод «Нытвенский». Пицца – это, пожалуй, самый известный в мире открытый пирог. Вкус оправдывает стереотипы. Самый известный, но далеко не единственный. Слышали ли вы такое замечательно вкусное слово «киш»? Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем готовить и рассказывать. Киши – творение французские, но с немецкой историей. Когда-то давно в немецком Эльзасе и Лотарингии стали творить пирожки из остатков всего, что не съелось с вечером. Кусочков мяса, птицы, сыра, зелени, а в особицу тесто, которое осталось от утренней выпечки хлеба. Годы шли, все, естественно, изменилось. Никаких дрожжей в рецепте теста для киши уже не присутствует. Французские традиции добавили своих особенностей и деталей. Вот разве что в самом названии пирога остался немецкий акцент «киш» от немецкого «кухе» – «пирог». О тонкостях составления киш-пирожка продолжаем. Во французском современном варианте для киши тесто требуется песочное, нежно вымешанное из муки, сливочного масла и воды. Оставленное потом охлаждаться, выкладываемое в форму и выпекаемое отдельно от начинки под пергаментом и с грузом из сухой фасоли или гороха, что закономерно. Слишком влажная начинка требует отдельного внимания. Но бобовые потом приходится выбрасывать. Расточительно? Расточительно. Вот мы и придумали вариант киша на слоеном тесте, благо и во французской традиции таково имеется. Ну а в остальном все довольно близко к оригиналу, особенно по части заливки яично-сырно-молочной, которая, кстати, тоже называется киш. Киш с кабачком. На раскатанное, уложенное в форму тесто выложить смесь из тертого отжатого кабачка с пряными травами и чесноком. Залить смесью из взбитых яиц, тертого сыра и сливок. Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов, 25 минут. Ну а что до начинок, они, конечно, могут быть самые разнообразные. Мясные, рыбные, овощные, грибные. Почему мы выбрали кабачки, думаю, тоже все вполне объяснимо. Не одними кабачковыми оладушками должен быть славен этот ценный продукт. Давайте смотреть на кабачковое меню шире. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.